Привет, дорогие друзья! Всех с наступающим Новым годом! Дед Мороз уже рядышком. Вот, и каждый из нас может подготовиться к Новому году и порадовать себя и своих знакомых. Сейчас у нас вот такой замечательный каталог еще действует, и каждый из нас с вами еще может успеть из него сделать заказ. Очень классные предложения в этих каталогах. Смотрите, тушь 5 в 1, одна из любимых тушей девушек. Всего 159 рублей. Это просто бомбическое предложение. И я хочу с вами поделиться теми продуктами, которые уже у меня в заказе. Что-то заказали для себя, что-то заказали люди. Причем это уже не первый заказ, да? Вот такие средства очень красивой упаковки, презентабельной. Это мыло с шалфеем и с черникой. Очень приятный аромат. Здесь эфирные масла в состав входят. Просто невероятно. Это еще ароматерапия. Так, значит, смотрите, вот такие вот красивые гели для душа. Вот такие красивые гели для душа. Они недорогие совершенно, поэтому обращайте внимание на подарок. Универсальная штука. Смотрите, восковые полоски для тела. Мне еще очень нравятся такие восковые полоски для лица. Они очень выручают, поэтому обратите внимание, там, по-моему, 10 штук, они двойные. Ну, короче говоря, хватает надолго их. Их необходимо немножко разогреть в руках, и они готовы к применению. Так, что у нас еще? Ну, вот такая вот бижутерия, очень красиво упакована. Она идет в каталоге, в распродажном маленьком каталожике внутри. Прямо сейчас вам покажу, потому что вы на нее, возможно, не обратите внимания. Она невероятно красиво смотрится. Так, сейчас я покажу. Вот она вот такими вот восьмерочками. Там разверна, можно еще клатчик? Может быть, там. Значит, вот такая вот бижутерия в виде восьмерочки, но она вся усыпана кристаллами и очень красиво упакована. Просто она здесь настолько упакована, что нам ее не открыть. Так, мы идем дальше. Значит, вот аромат Экла Спорт. Ну, это аромат на каждый день для спортивных, молодых людей. Очень такой замечательный. Так, смотрите, в действующем каталоге тоже, вот в распродажном мини-каталоге, есть вот такой вот замечательный клатч. Сейчас мы его даже немножко, если сможем, откроем. Так, наверное, мы его вот откроем. У него очень хорошая скидка идет, и он очень-очень красивый. Причем его можно вот как клатч просто, да, использовать. Кстати, к моему наряду то, что нужно. Лора Владимировна. Так, вот так вот мы его открываем. Очень мягкий, очень-очень-очень-очень мне нравится. И очень красивый у него ремешок. Причем его использовать, ну, качество мне очень нравится. То есть его можно, вот здесь вот я знаю, что отстегивается, можно просто как клатч, а можно как сумочку. Вот, причем здесь тоже можно этим играть. То есть это может быть такая длинная ручка, можно сделать ручки поменьше, и она может быть просто вот такая ручка одна, либо просто вот такая вот одна, да, небольшая. Ну, одним словом, это еще трансформер, но качество очень замечательное, очень красивое. Однозначно будете замечены, и комплименты ждут. Ждут нас комплименты. Так, значит, в действующем каталоге у нас еще есть вот такие дезодоранты с яблоком. Ну, это просто необходимая штука, да, поэтому это антиперспиранты еще. Также у нас есть... Так.
к этим дезодорантам у нас еще есть крем. Ну ладно, мы к нему дойдем. Значит, вот такой вот крем. Вообще упаковка вот такая серая. Это профессиональные продукты по уходу за ножками. Обратите внимание, вот этот крем — это просто скорая помощь. Видите, здесь даже такой плюсик. Поэтому есть у нас пилка для отшелушивания. Пилочкой отшелушиваем, крем наносим, ножки моем, крем наносим. Еще если есть носочки, лучше проникновение, такой парниковый эффект. И проникновение лучше с носочками. Можно обычные хлопчатобумажные одеть, есть специальные в Oriflame. И замечательный эффект. Либо просто нанесли и уже просто, ну, перед сном, да. Если еще не пробовали, обязательно попробуйте. В действующем каталоге у него очень хорошая скидка идет. Так, 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 так. Ну, это коктейль белковый. Очень его люблю. У меня дети любят шоколадный, я люблю клубничный. Добавляю туда обязательно, есть специальный шейкер, добавляю туда кубик льда обязательно, вишню люблю, с вишней замороженной. Получается очень хорошая пенка. И самое главное, порция коктейля — это незаменимые аминокислоты, белки для строительства наших клеток. Поэтому это наше здоровье. То, что мы не доедаем в течение дня, да? А вот и наш крем. Вот и наш крем. Смотрите, какой замечательный подарок. Такой замечательный подарочек. Так, вот у нас еще один крем получается. Это у меня заказали. Кстати, очень приятный аромат и консистенция крема. Она сейчас идет практически вся как взбитая. Такая хорошая консистенция. И такой нежный аромат яблока. Так, 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 что у нас еще? Очень люблю вот такую сыворотку. Если вы оформляете заказ напрямую в компании Oriflame, то продукт вместо доставки рекомендую обратить на эту сыворотку. Она идет, знаете, как силиконовая, буквально 1-2 капли, в зависимости, вот мне нужна 1 капля, я наношу на сухие чистые волосы. Волосы буквально ламинируются, очень такие, знаете, как будто ты из салона выходишь, блестящие, кончики не секутся, и защищает, и ухаживает, и волосы послушные. Но одним словом, очень классная штука, рекомендую, обратите обязательно внимание. Искали подобное в магазине, ничего не нашли, поэтому... Только в Oriflame подобная вещь. Так, так, так. Что у нас еще? Вот такая замечательная кремовая помада. У нас огромнейший ассортимент. Ну, чтобы наши губы были всегда ухоженные, вот мой секрет, утро и вечер я наношу смягчающие средства. У меня много видов, их больше 20, я думаю, разных. Причем они идут с маслами косточек, допустим, масло косточки, косточки апельсина, да, с черникой, со смородиной, с корицей. Вот это, по-моему, с корицей. И с апельсиновой косточкой в действующем каталоге есть. Так, сейчас мы посмотрим. Вот здесь вот есть и с корицей, и с апельсиновой косточкой. И тот аромат замечательный. И самое главное, что губы, они будут всегда ухоженные. Можно нанести на губы, можно на губы и вокруг немножко. Еще это средство очень хорошо можно использовать как масочку для век. 2 раза в неделю хорошим слоем наносим. Но вообще это средство и кутикулу смягчает, и кто-то на локоточки наносит. Но одним словом, это наша палочка-выручалочка. И оно просто невероятное. Поэтому обязательно закажите. Вот даже просто наносишь на губы вот этот вот аромат. Он, ну, сразу придает настроение. Утром и вечером — это мой секрет ухоженных губ. Так, 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 так. В действующем каталоге хорошее предложение на помаду Giordani Gold. Поэтому обязательно обратите внимание. Конечно же, это презентабельная коробочка.
Это всегда в золоте. Эта помада у нас возрастная. Она с маслами, опять же, ухаживающими идет. И вот такой вот цвет. Это заказали у меня. Вот поэтому обратите внимание, что это и красивая упаковка, и помада, которая ухаживает за нашей кожей наших губ. Так, даже вторую тоже мы посмотрим. Тоже интересно. Интересно. Ну, кстати, две одинаковые. Ну, цвет губ. А код у нее 33-303. Или 33-393. Так. Что у нас еще? Так. Тушь, конечно же. Тушь. Подводка Giordani Gold. У нас была акция при заказе 1500, набивались сюрпризы, подарки. Вот у меня пришли вот такие вот лаки, да, вот такие лаки. Я люблю лаки Oriflame, вот этот вот подобный цвет. Мне очень нравятся темные оттенки, хотя светлые оттенки, со светлыми оттенками очень хорошо делать какой-нибудь рисунок. Так, что у нас еще? Еще в подарок у меня пришли очки Авиаторы. Тоже очень приятно. Я их примерила. Они мне очень хорошо идут. И самое главное, что они очень хорошо защищают от ультрафиолета. Вот такие вот очки. В таком вот чехольчике. Там внутри еще идет всегда тряпочка. Для того, чтобы можно было вытереть очки. Но они идут универсальные для мужчин и для женщин. Вот такая... Какая я буду ходить летом. Разная, потому что очков у нас разных много. Вот, мне нравится. Вам нравится? Делитесь. Так, замечательные очки. Очень классные. Так. Ну и, конечно же, следующий каталог. Причем мы еще с вами успеваем в 2020 году еще получить по нему заказ. Получается, 30 числа придет заказ, и мы сможем, получается, в воскресенье, понедельник сделать заказ и уже в среду получить. Поэтому до Нового года мы можем порадовать себя интересными, классными предложениями из каталога номер 1. Всех с наступающим Новым годом, и пусть Дедушка Мороз принесет вам много-много подарков. Всем пока-пока!